Здравствуйте! Вас приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп! Подделка». Сегодня мы расскажем вам об оригинальной упаковке, а точнее банке с морковью Voltex французской компании «Клост». Морковь Voltex тип «Шантане» – один из самых популярных сортов моркови на рынке Украины. Семена упакованы в банку, которая защищает семена от повреждений. Итак, прежде чем вскрыть, давайте пройдемся, что указано на банке. Название сорта, название культуры, количество семян в упаковке в данной банке 500 грамм, номер партии, сроки использования тут до 11.2017 года, обработаны семена или нет. Есть фотография моркови. И обязательно, конечно же, логотип компании «Клост». Открываем банку и видим оригинальные семена моркови «Voltex». Семена обработаны и окрашены. Вот я высыпала семена, и мы видим, что семена без повреждений, без каких-либо примесей, чистенькие. И имеют характерный запах семян моркови. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет «Семян». Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.